Метательные ножи поражают врагов издалека. Thank you.
Что это с ним? Тебе конец! Я поймаю! Да! Оу! Осторожно! Пожалуйста, следи, куда идешь. Ха!
Да! Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Huh!
Все сюда! Не потеряйте его! Да! Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его, подбив ему ноги или... Пожалуйста, хватит. Мне больно. Мы подлинные дети Аллаха. Не трогай меня, пожалуйста. Уйди с дороги. Я отсеку тебе голову. Сносный неверт. За ним. Скорее. Я поймаю. Help me! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Твоим услугам. Ты, да ты, подходи, посмотри, мой что-нибудь приглянулось? Я к твоим услугам. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя, подходи, подходи. У меня есть все, что тебе нужно. Лучшие товары во всей стране. Твой бог позаботится о тебе? Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Ты ничто. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. У меня есть то, что тебе нужно. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи.
Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! Подходите, подходите! Большая распродажа! Люди, подходите, зачем посмотрите на мои товары. Сложному богу. Что-нибудь приглянулось? Пожалуйста, хватит. Мне больно. Здесь найдешь все, что помогите тебе нужно. Помогите кто-нибудь. Ты ничто. Господин, у вас такой Аллах вид, что меня, меня, пожалуйста. Здесь да кто ты такой? Умри меня! Не убивай меня, молю тебя! Ты от меня не убьешь. Это будет просто. Я! Ты пришел. Что думаешь, что одолеет меня? Подожди, подожди, подожди! Я догоню тебя! Спаси меня! Погоня! Подожди! Еще раз, что тебе нужно! Извини! Убеги! Ты от меня не уйдешь! Какая мерзость! Ты думаешь, что одолеет меня? Я устал от низкокачественных товаров! Все ко мне! Мой товар лучший! Ты уже проиграл, даже если не понимаешь этого! Ты думаешь, что одолеет меня? Да, позволь показать! Я! Я к твоим услугам! Я поймаю! Сюда! Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных... Спасибо, сынок! Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Господин, у вас но такой вид, говорю, будто что ты слава! Здесь вы найдете умереть все. В служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. Сюда, сюда, позволь показать тебе весь мой товар. С севера идет английский король и его добро армия неверных. Здесь все, что тебе смерть нужно. И ужас. Друзья мои, ваши поиски закончены. Подходите, подходите. То, что вы решили продать, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. Thank you.
О, ты выбрал правильное место! Нет лучше торговца, чем я! Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, хвала полно. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Слава Салах-ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Все, что тебе нужно, знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Смотрит, ждет, искушает нас! Будьте сильными! Сильными, как Салах-ад-Дин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это! Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они! Они говорят, у них высшая цель какая! Может, тебя заинтересует вот это? Не насилие! Ну, это далеко не все, что вам помогло! Мы должны слишком много! Подходите, подходите! Большая люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Тебе нигде не найти товара лучше, уверяю тебя! Лучше там тебе нигде не найти! Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно, и побыстрее, у нас мало времени. Только сегодня! Скидки на все товары! Сюда, я к твоим услугам! Эй, ты! Да ты! Подходи, посмотри! Что-нибудь приглянулось? У меня много разных товаров, даже слишком много! Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене. Сюда, сюда. Позволь показать тебе весь мой товар. Все ко мне! Мой товар лучший! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Что-нибудь приглянулось? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего. Нравится? Поверь, здесь такого не случится. Подходите, подходите. Большая распродажа. Почему ты так со мной? Что я сделал? Не подходи. Тебе конец! Я отсеку тебе голову! Давай, не бежать! Посмотрите! Стража! Спасибо! Я найду способ оплатить тебе, клянусь! О нет, это ужасно! Аллах проклянет тебя за это! Стража, остановите его! Что это? Хочешь хорошую сделку? Убийца! Ты гнусный убийца! Стража! Ты! Подходи, посмотри мой товар! Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Что ты стоишь, хвальня Аллаха? Друзья мои, ваши поиски закончены! У меня есть все, что вы можете пожелать!
Какая вопиющая грубость! Нужно что-то делать. Это дело времени, рано или поздно об этом узнают. Но скажи ему, безопасность рынка в его интересах. Он не будет слушать. Он слишком занят этой новой сделкой. А стражники? Уже пробовал. Если нет приказа от Тамира, им просто плевать. И что будешь делать? Пойду к Абу Аль-Нуквуду. Королю-купцу? Ха, он тебя не примет. Это не нужно. Я написал обо всем в письме. Он прочтет его и сам решит, что делать. Меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Пусти меня. Умри, вор! Сюда, на помощь! Осторожнее. Я отсеку тебе голову, зверьки! Остановись! Тебе конец! Вернись сюда! Ни за чего не дерутся. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О, нет. О, Боже, как такое могло случиться? О, Аллах, упокой его душу. Силы встать на защиту нашей великой погоди, цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Смотри-ка. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. У меня есть то, что тебе нужно. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. Чувствительны друзья, шайтан всюду вокруг нас смотрит. Ждет
искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах-ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Ты смеешь красть меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Ну, помогите же! И наш долг. Да кто ты такой? Нервный, умри! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдание и боль. Остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Ну так где же ты? О боже, как такое могло случиться? Тебе здесь делать нечего. Уходи! Смерть неверному! Я! Альтаир, мне нужна помощь. Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь.
Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это и у меня на пути! Подходи на помощь! Все свежее и по отличной цене! Венюсь! Ты умрешь здесь! Кто это сделал? Да? О, нет. Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Вот, возьми. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. Со жизнью. Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! Грязный воришка! Увидишь, тебя трубят руки! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Грязный воришка! Увидишь, тебя трубят руки! Вор! Грязный вор! Это больно! Перестань! Умри, вор! Тебе что-то нужно? Ну, помогите же! Осторожнее! Ты заплатишь за свои вещи! Я не дерусь.
весь город узнает о твоем подвиге. Что тут стряслось? Во имя Аллаха. Ужас. Ну так где же ты? Все сюда! Они не должны драться. Что это за безумие? Смерть бедному! Ты не сможешь, отлично! Ты выбрал правильное место! Нет лучше торговца, чем я! Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Нравится? Тебе нигде не найти товара лучше. Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного. Поверь, здесь такого не случилось. Добрый день, дорогой друг. Ясный воришка. Увидишь, тебя трубят руки. Сделай же что-нибудь. Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят руки. У меня есть все, что вы можете пожелать. Почему ты так со мной? Что я сделала? С дороги! Смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Сделай ты же что? Очень странный тип. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Вот, добро пожаловать. Грязный вор! Все, что туда, на помощь! Осторожнее. Умри, неверно! Это будет просто. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они его совершили задуманное. Стража! Я видел этого убийца! Стража! Здесь убийца! Этот человек совершил убийство! Стража! Он только что убил человека, я все видел! Что-нибудь приглянулось? Тебе нигде не найти товаров? У меня много разных товаров, даже слишком много! Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене! Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть.
Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Смотри, куда идешь. О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Я к твоим услугам. Хочешь хорошую сделку? Она ждет. Севера идем, вблизи короли его армии нервны. Вы найдете смерть и ужас несут они нам. Салах-ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже нет. Подходите, посмотрите на мои товары. Зачем он делает это? Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Подходите, подходите. Большая распродажа. Грязный воришка, увидишь тебя друг от друга. Умри, вон! Перестань! Ну, помогите же! Прекрати, ты делаешь мне уходи. Больно! Уходи! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Кто мог совершить такое? Что случилось? Бедолаги. Интересно, что... Как это произошло? Кто? Кто это сделал? Тот, кто заварил эту кашу. Ужас.
Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Ох, как это ужасно. Что? Кто это сделал? Кто это? Ужасно. Что? Кто это сделал? Кто это? Что? Кто это сделал? Кто это? Чертов дурак совсем выжил из ума! О, нет! Что он делает? Ничего себе! Чем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Вор! Грязный вор! На помощь! Помогите! На помощь! Помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Отстань от меня! Я ничего не сделала! Что это? Только по... Отрублю голову! Не отставать! Все с дороги! Я! Со мной, Аллах! Тебе не победить от бега, тебе все равно не уйти! Что здесь произошло? Стража! Я видел этого убийцу! Ты гнусный убийца! Стража! Почему мне надо? Север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Никто не знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу. О несравненном мастере торговли. И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Никто не знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу о несравненном мастере торговли. Когда-то мир водил караван между Дамаском и Иерусалимом, но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не были нужны его товары, фрукты и овощи с близлежащих ферм. Когда-то мир водил караван между Дамаском и Иерусалимом, но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не были нужны его товары, фрукты и овощи с близлежащих ферм. Говорят, если бы не Тамир,
люди Саладина обратились бы против него. Может быть, и ту битву мы выиграли благодаря ему. Не подерешься! Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Что он задумывает? Я знаю только эту историю, ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой! Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его Салах-ад-Дину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой! Послушай, не Салах-ад-Дину, а кому-то еще. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Это все? Да, да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. Умри, вор! На помощь! Помогите! Еретик! Неверный! Умри! Я! Отверни себе голову! Тебе не уйти! Бедному! Я убил! Что здесь происходит? Как это произошло? О, нет, только... Это ужасно. Но как? Ужас. О, нет, это ужасно. Он должен прекратить это ребячество. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить...